Очень мелкодисперсная краска, которая печатает прямо по стеклу, она вплавляется прямо в стекло и получается единым таким продуктом вместе со стеклом. Потом, какое предназначение? То есть, если это плитка, либо какая-то панель стеклянная, она защищается, то есть печать с обратной стороны стекла, потом идет защита специальным акриалатом, специальным слоем, которого создает очень хорошую адгезию как к стеклу, так и к бетону. И можно клеить на любой цементный клей прямо на стену. То есть печать, она устойчива к ультрафиолету, то есть она выдерживает полтона в 10 лет выгораемость. То есть практически это продукт, который мы даем гарантию 70 лет. То есть она может быть как бы использоваться в экстерьере, то есть на фасады домов это можно использовать, вот такие вот панели клеить. Вот. Ну и в интерьере, конечно же. Можно ее запечатывать в триплекс, то есть с одной стороны стекло, печать с этой стороны и еще один слой стекла. Тогда это становится, оно с двух сторон как бы идет изображение. И можно, может стоять на улице. Вот. Размер может быть любой, это широко, у нас широкоформатная машина, 1,60 м ширина, и она проходная машина, то есть она может печатать 1,60 м на 2, на 3 метра, на 4, то есть главное, чтобы потом занести и вынести, и транспортировать это изделие можно было. Вот. У нас автоматический стол порезки, то есть может быть любой размер, с точностью до микрона. Вот. Потом может быть не просто по плоской, плоское изделие, плоская печать, может быть всякие рельефное стекло принимать, как бы рельефная форма, то есть, ну, грубо говоря, фьюзинг занимаемся. Вот, то есть вот такие зеркала мы делаем, рамы вот такие для зеркал фьюзинговые. Вот. Ну, использовать это можно вот как для фартука, ну, рабочие поверхности для кухонь, может быть плиточка, может быть мозаика. Вот же.